Алексей, ты меня сподвиг к новому видео. Причина? Задал вопрос по хорошему сорту барбариса. И я вспомнил, что в этом году барбарис меня удивил. За все время выращивания, ну, лет 15, это первый год, когда на кустах барбариса не было плодов. Это тот огромный куст, который растет на улице рядом с моим домом у соседа. В это время, даже если собирают с растений барбариса плоды, все равно остается очень много плодов. Единственная веточка, на которой имеется барбарис. Хотя в прошлом году, вот они веточки, в прошлом году барбариса на нем было очень много. Причина, ну, вымерзание цветочных почек в весенний период, как раз перед тем, как тронуться в рост растениям, был очень сильный заморозок. Ну, как сильный, 4 градуса. И на барбарисе он поголовно везде сказался. Сейчас перейду к другим доступным мне кустам барбариса и посмотрим, что, где и как. Здесь в одном с одного куста растут две формы. Барбарис обыкновенный и барбарис продолговатый. Та же самая история. Барбарис обыкновенный не дал ни одной веточки, цветущей или плодоносящей. Барбарис гибрид барбариса продолговатого. Ну вот, немного-немного цвел. Сейчас так плоды в таком состоянии. Не было плодов и на барбарисе продолговато. Но вот хочу показать его особенности, этого барбариса. Во-первых, это единственный барбарис, который растет, ну, полу... таким большим кустом, полудеревом. Вот видно ветка и остановлюсь, приблизить попробую. Видно, каждая почка — это многолетняя почка, на которой в течение непорядка лет идет отдача урожая. И присмотрись. Колючки видишь? Колючек очень мало. Колючек на этом виде очень мало. То есть прекрасные плоды. И наименее шиповатый из всех барбарисов, которые я встречал. Не скажу, что их нету, колючек. Это неправда. В некоторых небольших побегах колючек предостаточно. Вот, скажем, маленькие побеги. И вот они, колючки. Но в то же время более быстро растущие побеги
имеют очень мелкие вот небольшие колючки, которые ни в какое сравнение не идут с колючками других сортов, того же червонного велетеня. Но еще раз покажу урожая в этом году на этом сорте тоже не было. И это первый раз за весь период моих наблюдений, то есть больше чем 15 лет. Ну а теперь я подошел к последнему образцу, так скажем. Это барбарис. Вот этот куст, это барбарис обыкновенный. Пурпурная его форма, ярко окрашенные листики. И здесь он растет, скажем, для декоративных целей более. Подрезается, формируется. И на нем также нет плодов. Но на нем был привит одна форма барбарис. И в этом году, в принципе, отличается только тем, что для меня отличалось довольно крупные мясистые плоды. Но в этом году эта веточка привитая раскрыла свою тайну. Эта прививка имеет высокий уровень зимостойкости. Соберу эти плоды и, по крайней мере, половину пришлю тебе. Происхождение мне неизвестно. Это была прививочка, получила я довольно давно, и точное ее происхождение уже не определишь. Ну, что хочу сказать. Это единственный способ, как я мог сохранить для меня, по крайней мере, в прививке барбарис, ну, удовлетворительно можно привить, с удовлетворительной вероятностью. Вот здесь была вот прививочка. Вот он, где-то здесь. Видно, что прекрасное срастание, и все нормально растет. На этом заканчиваю.